Здравствуйте, друзья! Вот приобрел у леса небольшой участок земли для того, чтобы держать здесь пчел. Буду организовывать здесь на будущий год уже пасеку. Пчел я не покупаю. Использую вот такие вот самодельные ловушки для поимки раев. Они имеют два литка. Перед тем, как снять рой, я литки закрываю. И в таком состоянии уже снимаю их с дерева и транспортирую на основное место, где они у меня будут проживать. Внутри у меня 8 рамок, сушь, вощина, и в такую ловушку зайдет рой любого размера, даже самый большой. На участке имеется небольшая хозяйственная постройка, сделанная из шпал, которой мне как раз хватит для того, чтобы держать там рамки, дополнительные корпуса ульев, медогонку и другой инвентарь. За участком много лет никто не ухаживал, он был полностью заросший, и вчера взял косилку и немного привел его в порядок. Сейчас он вот так вот выглядит, уже можно по нему спокойно передвигаться и пройти посмотреть, что на участке еще растет. С него можно пойти спокойно выйти в лес, собирать грибы, ягоды, когда они будут. В этом году, конечно, нет совсем ничего, все полностью сухое. Подлесок настолько высох, что даже страшно по нему ходить, все хрустит, просто как порох. Если кто-то бросит спичку, конечно же, будет просто страшный пожар. На участке есть вишня, видимо, она просто уже так дико произрастает от соседей. Также есть вот такая интересная слива, она, конечно, почему-то еще кислая и вяжет, возможно, какая-то поздняя, не знаю, я не разбираюсь в сортах. Если кто-то разбирается в сливе, друзья, подскажите, что это за сорт, буду очень вам признателен. Ну что ж, братцы, вот такие дела, живем дальше, всем удачи и до новых видео, пока.